Какого хера? Нам поставили четвертую PlayStation. Это же реально Питер. Вот там литейный. Куйте платье мне, блядь. Соня. Что? Это трусы? То есть тебе можно, а чайке вот нельзя, да? Вот у нас звукорежиссер солевой. Ёбаный рот, блядь. Что за хуйня? Получается, сауна гораздо дешевле, чем суп. У тебя туфли, треники и алкаш. В Париже это называется high fashion. Снял швы только что. Моя вестибулярка меня просто посылает нахер. Пойду я блёд. О, привет. Чё, не узнал меня, да? Это ж я. Илюха. Все вместе. Ну ты чё? Мы начали свой осенний тур Little Big с Испании, город Барселона. В полете из Америки ничего интересного не было, поэтому я ничего не снимал. Мы весь полет спали. Соня! 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 Что? Ты что не спишь? Спи! Прилетели в Барселону и снова спали. Соня! Сонь! Соня! Соня! Что? Ты что не спишь? Господи, я встану, пожалуйста! И перед концертом мы спали. Сонь, Соня, Сонь, что? Ты что не спишь? Вот и все. И долго вы так будете, а? Пожалуйста, перестаньте крякать. Дайте поспать, пожалуйста. Ты серьезно? Тебе что? Чайка мешает спать? А ничего, что ты меня постоянно будешь? Вот, то есть тебе можно, а чайке вот нельзя, да? Ну, чайка – это птица. Ты тоже птица, петух. Она с самого утра нас будила. Давай, проваливай отсюда! Дысь! Давай! Улетай! Да. Илюховая чайка. 1-0! Пошла нахуй, чайка! Пинес, пинес, пи-пи-ри-пи-пи-пи-пи-пи. Пинес, пинес, пи-пи-ри-пи-пи-пи. Ву! Пинес, пинес. Пи-пи-ри-пи-пи-пи-пи-пи, пинес, пинес, пи-пи-ри-пи-пи. У меня новый образ. Какой? Угадай, смотри. Хе-о! Фредди Меркьюри? Да. В общем, я решил, первый лук на каждом концерте это будет какое-то платье. Первое платье было вот это. Второе это платье Sailor Moon. Если у вас есть идеи, пишите их в комментарии. Обязательно выберу какую-то самую крутую и исполню ее в жизни. Давай, пацаны, хуйте платье мне, бля. Ого-го. Эти штучки так подходят к твоим глазам. Бля, ты че вообще, псих? У меня есть еще один лук, от которого вы все охуеете и все вместе едете. Готовы? Он делает вот так вот. Rape me! Кто это? Курт Кобейн. Правильно. Я назвал этот образ Элвис из Пензы. Чудо юг. Слышь? Ты охуенный. Love me. Элвис, в здании. Я его мечтал сделать лет 5. Интересные факты с Илюхой Прусикиным. Пил. Интересный факт. Ты знаешь, почему Барселона называется Барселоной? Почему? Потому что здесь придумали барсетки. Вот. Барсе, Лона. Ну да, да, похоже. Вот. А почему Лона? Почему, да. Это Лона, которая придумала барсетки, она как раз таки основала этот город. Барсе, Элона. Да. Барселона. А, ну, не, подожди, ну так вот Илон Маск, это же женщина была, Илона Маск, московская, потому что... Блин, ты такую хуйню несешь. Интересные факты с Илюхой Прусикиным. Оставайтесь со мной и узнайте много всего хорошего. Всего хорошего. Вот такую футболку мне подарили в Барселоне. I love Юлич, Little Big. Всем привет, я Юлич. И меня любят.
Ну, ты уходи к ней. Кому? Кто тебе подарил этот футбол? Тот, кто не знает, как меня зовут. Это один из самых старых мерчей. Ой, это 18-го года. Смотри, мы были в Барселоне в последний раз, получается, в 18-м. В 18-м году. Смотри, какой молодой, Какой страшный. Ой, я какая страшная. Один Антоха нормальный. Любим! Отыграли первый концерт европейского тура в городе Барселона. Было очень жарко. Спасибо вам большое всем, кто пришел. Mucho gracias, как говорят в Испании. Thank you so much, как говорят у нас в Америке. В общем, спасибо большое всем, кто пришел. Мы едем дальше в Мадрид. Ну вот мы и в Мадриде. У нас сразу day-off, и мы пошли в казино. Если я сейчас выиграю много денег, я обещаю, что я сделаю себе на жопе татуировку Book of Fra. Мне будет написано Book, очко мое, Fra. Вы свидетель. Видите, почти. Сейчас будет. Но зато у меня не будет татуировки на жопе, Book of Fra. Это приятно. Видите, ребят, главное – позитивный подход к жизни. Оставайтесь со мной и узнайте много всего хорошего. Всего хорошего. Смотрите, как лягуху распи***цело. Сегодня концерт в Мадриде, так что скоро идем на сцену. Соня? Да? Куда? Она говорит «на», а я говорю «хуй на». Соня? Что? А что вот это такое? Это трусы. Это трусы? Да. Вот это трусы? Да. Я... Знаю трусы, это не трусы. Это трусы, Илюш. Ну, по логику включи. Вот это трусы? Да. Это херня какая-то, не трусы. Ты чего? Я тебе покажу, потом попозже. В Мадриде было очень жарко, толпа просто не ебет.
чистки кричала. А Испания одна из тех стран, где люди неистово орут. Они орут, как будто бы это их последний возглас, который они могут произнести, и поэтому они его произносят. Это просто ебейше. Спасибо, Мадрид, а мы дальше в Хельсинки. И мы туда едем, точнее летим. А лететь это очень страшно. Это вам по секрету говорю. Ребят, у меня к вам серьезный вопрос. У вас был хоть раз в жизни Aer Lingus? А у нас сейчас будет. Волнуюсь. Сонь, смотри! Свинка Бебра. Пепе. Вот это я понимаю размер. Как пох... О, вот это я понимаю размер. Как мои яйца. Uno, de, 50. Uno, 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 de, 50. Спасибо, Мадрид, а мы дальше летим в Хельсинки. Все, мы в Финляндии. Итак, мы сейчас с нашим звукорежиссером Дмитрием Ёлкиным, будем играть в замечательную игру. Итак, правила простые. Давай. Вставай сюда. Твоя задача. Мы стоим спиной к спине. И давай. Надо простоять минуту. Вот так вот. Наклоняемся друг к другу. Да. И стоим. Башкой. Нет, смотреть в потолок. Давай. Еще 30 секунд. Вот у нас звукорежиссер Солевой. Боже, это самое отстойное. О! Все, как я люблю. Можно сесть на бутылку. Хорошо. Это нелогично. У нас номер 342. Здесь 341. Здесь 343. 338. 336. Где, блядь? Илюха, я его нашел, он там. И ты сейчас так охуеешь. Ну, давай. Ёбаный рот, блядь, это что за хуйня? Мы что, сейчас попадем в космос? Да, мы попадем на Луну! Вы что, серьезно? Сауна! Уи! А мы сейчас идем в сауну. Соня, я не понимаю, зачем мы сняли сауну, если у нас в номере своя сауна? Я не знаю, но у меня уже куплены билеты, мы сейчас поедем в сауну. Ну, как говорится, много саун не бывает. Ну, завтра-то мы не поедем, поздно после концерта в сауну. Опа! Опа! Завтра после концерта покажу вам, как мы отдыхаем в сауне. На самом деле, нет. Мы будем уставшие, как говно. Кто знает, почему на всех языках мира, практически на всех языках мира, суп – это суп. Чё за какая-то прям... Теория заговора. Может быть, это инопланетяне придумали суп? Потому что суп – это охуенно. Это самое лучшее, что может быть. Раз в сутки суп должен быть где? В желудке! Вась, ты не поддержал вообще. А я не знаю. Просто пи***. Мы говорим о супе. Логически. Для меня до сих пор загадка, как все страны собрались и назвали суп супом. У них была какая-то, не знаю, там, сходка. Они такие, вот это вот которые очень вкусные. Давайте будем есть ложками и назовем суп, б***ь. И японцы такие, да. Ну, они по-другому, си. Жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50% жидкости. Это суп. Если меньше, это не суп. Человек на 80% состоит из воды, и, следовательно, человек это... Суп! Меня зовут Илюха Прусикин. Оставайтесь со мной и узнайте много всего хорошего. Всего хорошего. Мы пришли есть суп. По факту мы пришли есть человек.
Потому что что? Человек – это… Сух. Вася. Сух. Ой, мой хороший. Туби пи***а. Ну как? Ну это просто великолепно. За 3 супа мы заплатили 90 евро. Это сколько в долларах? Ну, около сотки, наверное. Где-то 100 почти долларов за 3 супа. Товарищи финны, вы чё? Это суп, вода, лосось и картошка. Сливки, укроп, фенхель они ещё туда посыпали. Действительно, это стоит 100 долларов. Возможно, твоя газированная вода. Ну, действительно, вот это вот все, да, извиняюсь, потому что здесь вот вода и специальная газация с луной. Все, мы в сауну. Сауна, надеюсь, не стоит 800 долларов. 18 евро стоила сауна. Получается, сауна гораздо дешевле, чем суп? Это какая-то дискредитация сауны. Как так? Финны чаще моются, чем едят, видимо. В больших крупных городах и обычных столицах есть популярное развлечение колесо обозрения. Ага. В Финляндии вместо кабинок это сауна. А ничего для того, себе. Чтобы вы убедились в том, что я не вру сейчас, вот приблизь вон ту коричневую, видишь? Ага, сейчас. Кабиночку. Реально сауна? Там люди прям вот греются и обозревают, так сказать, достопримечательности столицы. Ни хрена себе. А интересный факт, ты знаешь, что вот у них BMW, вот все машины BMW, они тоже снабжены саунами. Конечно, это доп-функция. Мы пришли в сауну, и здесь вот есть мужская сауна, женская, и сауна для тех, у кого встал писюн. Экспириенс в моей жизни. Мы в центре Хельсинки, голые в октябре, идем в баню. Ой, боже. Очень холодно. Очень. Серьезно? Да. Это вода из Финского залива, из моего родного Финского залива. Она дает прохладу. И, скорее всего, силу земли. А что, правда холодно? А, не такая холодная. Не беги. Не беги, не беги. Хорошая водичка. Очень. Прикиньте, это все на берегу, как будто бы фонтанки. В общем, скажу так. Это, конечно, не русская баня, где ты мечтаешь выбежать из парной и прыгнуть в ледяную купель, но это прикольно. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте, здравствуйте. Я тут хотел с телефоном зайти, да? Но, блин, вдруг вы уже голос. Я снял швы только что, поэтому меня здесь пластырь. Расскажи, что у тебя за херня? А сейчас выключим, расскажу. В общем, сейчас он будет рассказывать на историю, почему у него был шрам. А остальным, да. А вы можете узнать ее на концерте, на любом. В общем, приходите к Саше Незлобину на концерты, а мы пока будем травить зашкварные истории. Зашкварные истории. Он сосал. Но визу дали? Пришлось взять ее. Hello! Come here. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Well, welcome Finland. Thank you. What are you thinking? Oh my god! Can we take some photo? Вот в Мадриде забыли посушить костюм, и от этих железных штук он заржавел. Вот теперь как будто его обливали. Пытались закрасить, но почему-то купили бежевую краску, и теперь как будто я вытирал блевотину сорта. Так что, ребят, сушите костюмы после концерта. Тем более, если у вас костюм Adidas на Wireless. А мы, как всегда, идем выступать. Что у тебя там за макияж? Да у нас сейчас фотосессия. А?
Левчик, привет, привет. Левчик. Привет. Привет. Вот, мы вместе где мы играем? Да-да-да, мы вот нам сказали, да, сейчас организаторы. Что, как у вас тур идет? Вообще супер, хорошо все. А у вас как, вы еще не устали? Да, вообще охуенно, Европу все порвали. Давай тогда все, пока. Удивительно, мы в Хельсинки пересеклись с Незлобом, который живет в Америке, и мы видимся с ним в Америке. Мы встретились в Хельсинки. Шура, Бидваг, мы с ним общались в последний раз в Америке, тоже оказался в Хельсинки. И мы тут просто все вот соединились. Получается, Хельсинки объединяет русских. В общем, мы двигаем в Швецию. Едем на пароме. Я немножко сыкую, точнее, не сыкую, я стесняюсь высоты и паромов, потому что может быть шторм. А я не очень люблю шторм. Вот наш паром. Только начал справляться с аэрофобией, тебя сразу на лайнер. Надо, попробуй еще если потасить. Ну, если будет шторм, я тогда сниму отличный влог. Да, супер, классный. Да, прикиньте, спасательные шлюпки. Тонет корабль. Я такой, смотрите, ребята. Соня там вот так тонет. Оставляет меня на двери. Я такой, нет. И она так, знаете, замерзшая. Как бы. Кстати, если что, вода настолько холодная, что там максимум 10 минут можно прожить до полного обморожения. Ну, то есть, по факту, 10 минут влога, ну, в принципе, можно. Как раз-таки влог от 10 минут нормально расходится. Так что, ребят, если что, будет контент. Ну что, вы готовы? Приятненько. У нас есть балкон. Ну что ж, это прикольно. Я думал, будет как в купе. Видите, как у нас круто? Вот есть окно такое, можно смотреть вдаль, на море. Вот тут мужики могут на нас смотреть, а я как раз в трусах. Так что все для народа, все для мужиков. Мужики, давайте, смотрите на Илюху Прусикин. Соня, все нормально. Спасательные шлюпки здесь, тебе не придется тонуть. Если ты будешь курить, тебе оторвет нахрен и сожжет палец. Хорошо. А это что? У тебя будет любящая семья. Да? Беру. Илюха, победитель! Я думаю, надо брать, делать свою ферму. Давно пора. Не вечно же заниматься херней. У нас первая серия Create Your Farm. Вот наша ферма. Значит, у нас есть... Давайте это будет Филипп. Стоит такой Филипп. Он по профессии тракторист. И к нашему Филиппу приехал Франсуа. Филипп говорит Франсуа. Типа, эй, Франсуа, скажи 300. Франсуа говорит, 300. А ему Филипп говорит, отсоси у тракториста. И они пошли вот сюда. Вот сюда, и вот здесь они произвели трехсотенный акт. Пока они этим занимались, вдруг, откуда ни возьмись, появился Жан-Клод. Жан-Клод говорит, Франсуа, блядь, ах ты шаба ты такая, блядь. Филипп говорит, не прав. Ты Франсуа, пожалуйста, больше 300 не говори. А Филипп в этот момент говорит, отсоси у тракториста. И они втроем идут сюда и совершают трехсотенный акт. Я считаю, что, безусловно, для того, чтобы они совершили этот акт, им нужна кровать. А, давай, давай. Вот, вот да, это. Вот эта кровать. Вот хорошо. Эта кровать. Здесь они вот будут... Подальше расстояние от стены, чтобы могли расходиться нормально. А, тумбочки там. Вот сюда, да? Ага. Вот сюда, хорошо, вот, встанем. Отлично. А в это время, они не замечали, но тут был отец Филиппа. Он настолько заебал. От этого всего происходящего, он говорит, он уже прямо так, знаешь, лежит такой. Он устал. Приходит вот этот дровонос и говорит, ребята, а я вам дрова принес. А Филипп ему говорит, почем? Он говорит, 300. И он такой, ребята, я заебался за вами говно убирать. Я, конечно, все понимаю, ни на что не претендую. Вы, конечно, занимайтесь
тем, чем вы занимаетесь, но срать перестаньте, пожалуйста. Тут они замечают, что сидит Леня Воронин. Правильно? И он читает. Филипп спрашивает у Лени Воронина, говорит, а на какой ты странице сейчас? Он говорит, на 299-й. Ну ладно, мы подождем. Сиди, пока. В общем, ставьте лайки, и мы сделаем вторую серию Create Your Farm. Мы попали в мини-шторм. Точнее, на улице просто сильный ветер и большие волны, и пароход качается из стороны в сторону. Но моя вестибулярка меня просто посылает нахер. Мне так плохо. У меня ощущение, что пароход попал в штопор. А он плывет. Моряки скажут, он идет, хорошо. Он идет, но он плывет. А не летит. А ощущение, как будто я лечу на самолете. У меня в самолете абсолютно те же самые ощущения. Короче, пароход дизлайк. В общем, давайте. Пойду я блевать. Мы в Стокгольме, в студии у Арона Чупы. Это продюсер, который написал песню «I'm an Albatross». Это та-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 та. «I'm an Albatross». Вот. И мы будем писать совместный трек. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, впервые поговорка «с корабля на бал» очень в тему. Мы прям с корабля. Лучшие продюсеры мировые – это все-таки шведы. Что и Макс Мартин, который написал «Blinding Lights». Что Арон Чупа, Абба. Hello. Little Sis Nora here. Finally, Little Big is here at our studio. What a great day. Let's make a new hit. Let's do it. Я реально очень люблю трек I'm an Albatross. И когда ребята нам предложили сделать совместку, я сразу сказал, да, 100%, даже не думая, пишем. Весенний лес, мой член, медведю в анус лес. И опять концерт. Вставание в 5 утра – это какая-то залупа. Вот есть культура отмены. Почему отменяют Джонни Деппа и других артистов? А вставание в 5 утра никто, не отменяет. Ребята, давайте все вместе объединимся и отменим эту чуму 21 века. Ну давайте перестанем вставать в 5 утра. Это же невозможно, Вот где-то я чувствую наебалово. Ну ты явно не медведь, ну шведы, ну кого вы пытаетесь наебать? Это же лисица. Вот, обычный человеческий медведь, а не лисица. Купил себе этого медведя, но они на жопе написали Люси Кэс. Правильно говорить «С» в переводе с английского «жопа». Преподаватель английского Илья Прусикин. Welcome to my school. English school. Everybody. Let's go. Да идите вы нахуй. Чё я, блядь, чё-то стараюсь для них, а они там говорят то, что я английский не знаю. Да, конечно, я не знаю английский. Я знаю английский. Это вы не знаете английский. Я всем докажу, что я знаю английский. Yes, no, good friend. Там много я слов знаю. Все, мы в Эстонии. И смотрите, саки легенд. Здесь продают саки легенд, прикиньте. А вот и наш найтлайнер. Ай, люблю. А это рум-тур по найтлайнеру. Пойдем. Значит, тут у нас туалет. Это чилл-зона, кухня. Здесь мы будем просто сидеть. Втыкать. Идем на второй этаж. Здесь у нас спальни. Вот тут спальни такие. Это кабинет. Sony PlayStation это. А где? А, вот экран. В общем, здесь будем играть в футбик.
А это наша комната с Соней. Ай, класс. Ну, тут очень кайфово. И у нас есть приставка, которую мы подключим. И PlayStation 4 у нас есть. Не 5, конечно. Какого хи... Нам поставили 4-ю PlayStation. Автобус мега крутой. Мы обожаем ездить на найтлайнерах. По Европе это прям супер удобная штука. А что ты делаешь? Я соображаю, но это очень дорогое. Очень дорогое. Прям 800-летнее вино. Ой, спасибо. И вот тебе даешь вино дорогое, но... а ты его держишь, посмотри-ка. Как? Так же, как ты? Вообще нет, вот. Вот ну, как? Ну? Что? И как ты бутылку держишь? Это сейчас бутылку дам. Вот так? Господи, ты все пролила. Зачем ты его вверх ногами-то? Соня. Ты... Ну вот как? Вот я покупаю дорогое вино, а ты его разливаешь. Ой, горлышко забирай обратно, все. Нафиг мне твое вино. Зачем ты мне дала пуховик? Очень дорогой, но пуховик. Хорошо, давай еще раз. Держи. Бульбулятор. Люш. Я не курю. Вот, сейчас точно вино. Блядь, грязный член. Грязный. Ой. Ну все, последняя попытка. Да. Вот смотри, вот видишь, вот прям вот так же держи. Ага. Бутылка. Видишь? Бутылка. Это карась. Все, я не буду играть с тобой в эти игры. Мне не нужен карась. Дай мне вино. Так на, я ж тебе даю. Ты опять член дала. Нет. Опять грязный. Ну, возьми вино. Вот вино. Вот, видишь? Бля, опять член. Очень похож просто на вино. Смотри. Бабэтмен. Ну, кто это сделал? Это же реально Бабэтмен. Тигр, тигр, а почему у тебя рот порван? Рот порван? А давай спросим у него, а почему это у меня порван рот? А? Ты посмотри на этого красавца. Ну посмотри, давай я тебе что-то покажу. Ну, смотри, ну, ботинки, да? Ботинки, так. Видишь, да? Виду. Кроссовок. Ой, б***ь. Ой, б***ь. Красинки. Опять кроссовки. Красинки. Это красинки. Yeah. Здравствуйте. Красивые шубы. Спасибо. Это халат. Халат? Да. Это, во-первых, это красиво. Спасибо. А я соскучился по тебе, мой хороший. У тебя получается, Томми, лук такого алкаша. Я не знаю, но это... Ну, треники. Смотри, у тебя туфли, треники и алкаш. В Париже это называется high fashion. Ну, красиво. У нас очень много high fashion. Короче, я заметил, знаете, какую херню? Что вот смотрите, если я на английском говорю, да, hello, where little be, звучит прям охеренно, да? А теперь смотрите на русском. Привет, мы little big. Вот. Или вот смотри, или make some fucking noise. Давайте покричим. Мы приехали в Ригу, ехали всю ночь. А, оказывается, ночью был какой-то шторм, валило деревья, и мы их объезжали, но мы прекрасно спали, но наш водитель был фа***.
Москвы и сказал, что он пережил какой-то ад. Ну а в Риге как дома. Все серое, идет дождь, болит голова. В общем, ай, люблю. Это же реально Питер. Смотрите, дождь, вот там Литейный. Я очень отвык от такой погоды и даже скучал. Но нет. Нахер такую погоду. Когда холодно и дождь, это нехорошо, это плохо. Любим, а? Скажи меланома. Меланома. Отсоси у тракториста гнома. Все, взбодрись. Блин. А у меня осип голос. У меня в ушах кровь. Это потому что ты слушаешь Little Big. Да. И я сейчас не прикалываюсь. Это действительно правда. Потому что мы работаем с наушниками, с инэйрами. Это мониторинг. Он работает очень громко. У Сони в ушах появилась кровь. И по факту она же слушает там только Little Big. Так что у нее такая же ситуация, как у вас. Течет кровь. Из-за песни Little Big. Из ушей кровь. Следите за собой. Проходите флюорографию раз в полгода. И обязательно сдавайте анализы раз в полгода. Ну, хотя бы раз в год. Следите за собой, а я буду следить за вами, чтобы вы следили за собой. Сонь, можешь следить за мной, чтобы я следил за ребятами, чтобы они следили за собой? Конечно, я именно это и делаю. Сейчас я найду человека, который будет следить за Соней, чтобы она следила за мной, чтобы я следил за вами, чтобы вы следили за собой. Все, давайте. Сонь, Сонь, ты что не спишь? Ты что, офигел, Юша, что говорю тебе? Спи. Ты что не спишь-то? Спи.